Итак, человеком положено один раз умереть, а потом суд. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Дар бесценный – вера Божья. Людям всем она нужна. Жить без веры невозможно. В небеса ведет она. Что такое вера наша? Суть ее в чем состоит? Слово Божие расскажет, ничего не утаит. На торгу не продается, не наследуют ее. Через слово познается, Бог всем ищущим дает. Угодить без веры Богу невозможно, потому по неверию о дороге человек идет во тьму. Вера – это убежденность в том, что жизнь за гробом есть, в том, что буду я спасенным, что и рай, и ад там точно есть, в том, что встретит нас Спаситель, ждет награда верных там, что готова всем обитель, всяк получит по делам. Вера в смерти воскресенья Иисуса на кресте, в оправдание и спасение только в Господе Христе. На земле все люди смертны. Этот факт неоспорим. Смерть наступит непременно. Божий суд неотвратим. Дни лукавы, ждет Спаситель. Завтра может не настать. С покаянием не шутите. Очень страшно опоздать. Аминь.